В Орленке прошла смена «Юные пожарные». Ее участники – активисты молодежных пожарных дружин. В течение 3 недель мальчишки и девчонки прошли курс занятий по пожарно-прикладному спорту. Соревновались и будут соревноваться в профильных конкурсах. О том, как прошла смена, расскажет Игорь Хворостянов. Поздравляю всех и коллег наших, и вас, ребята. Хорошей вам смены. В зале 99 детей из Краснодарского края. Это участники тематических конкурсов от МЧС России, воспитанники профильных классов «Юные пожарные» и «Юные спасатели». С началом смены ребят поздравляют заместитель директора детского центра Людмила Спирина и заместитель начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Андрей Потахов, а также творческие коллективы Кубани. Именно данная территория, центр «Орленок», позволяет на малой площади освоить все виды навыков, которые пригодятся человеку именно в сложных условиях. Здесь и водная составляющая, наземная составляющая – одно из малых мест в России, где можно полноценно проводить подобные смены. Участники смены разделены на 8 команд в 3 возрастных категориях. С первых дней они участвуют в эстафетах и соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Эти мероприятия развивают командный дух и раскрывают личностные и лидерские качества. На полосе препятствий орлята на скорость надевают пожарные костюмы, преодолевают препятствия и выносят потерпевшего из условного пожара. С задачей справляются все, ведь этим детям есть на кого равняться. У меня папа работает в пожарном, и я пошла по его стопам. Я очень хотела попасть в этот лагерь, и вот я здесь. А этот этап называется «Боевое развертывание». Задача команд проста. По сигналу как можно быстрее развернуть пожарный рукав, соединить его с распределителем и шлангами, подать воду и погасить пламя. Правда, огня на стадионе нет. Вместо него нужно попасть струей воды в специальные мишени и наполнить их до отметки. Чем быстрее, тем лучше. Это очень тяжело было. Мы справились. Было очень сложно. Мы тренировались, и это нам очень помогло. Напор был большой, тяжело держать шланг. Он вылетать собирался у меня, но все равно все получилось. Ну, равняйсь смирно. Вольно. В перерывах между соревнованиями есть время и на тематические экскурсии. Так, участники смены посещают Орлятскую пожарно-техническую выставку. Кстати, в прошлом году ей исполнилось 40 лет. Здесь ребятам рассказывают об истории пожарной службы, крупнейших возгораниях и борьбе с ними, показывают модели техники и оборудования МЧС. Было очень интересно познать разные виды костюмов, которые бывают. Было интересно, за сколько одевают люди боевку, разные виды пожаров. Мне понравилась эта смена на 100%. Она удалась, так как я научился много разному. Следующий этап у юных пожарных – конкурс «Агитбригад». Он приурочен к юбилею Министерства чрезвычайных ситуаций. Здесь в ход идут сценки, речевки, наглядные агитации. Каждая команда выбирает свою форму подачи и тему. Ребята рассказывают об опасности лесных пожаров, о последствиях невнимательного обращения с огнем, подчеркивают, что нужно делать, чтобы избежать беды. Работу ребят оценивают жюри, организаторы программы. Воха, Леха, Антоха, друзья навсегда. Ура! 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 А с помощью чего МЧС побеждает пожары, орлята наглядно узнают на выставке спецтехники. Здесь представлены машины на любой чрезвычайный случай. Мотоциклы, вездеходы, машины с системами пожаротушения. Об особенностях каждой из единиц техники рассказывают сотрудники МЧС. У участников программы уникальная возможность узнать о каждой машине все, даже побывать в кабине и использовать громкоговоритель. Вместе с ребятами на выставке заместитель начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Евгений Поддубный. Именно он будет курировать смену «Юный пожарный» в последующие годы. Данная смена направлена на то, чтобы дети познакомились поближе с что такое «Юный пожарный», что такое «Юный спасатель», чем занимаются и сами попробовали. Так как девиз МЧС у нас «Предупреждение, спасение, помощь», поэтому лучше предупредить, чтобы они знали. Ну а если вдруг что-то случилось, то они знали, как действовать в той или иной ситуации. Завершается смена награждением победителей соревнований. Ребята получают грамоты и дипломы первой, второй и третьей степени. За 3 недели мальчишки и девчонки расширили свои знания и умения, узнали о профессии пожарных спасателей. 30 лет МЧС, 60 орленок! Поздравляем! 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 Игорь Хворостянов, Александр Ивановсков, Алексей Исаев, Алексей Кузьмин, Алексей Гордеев. Телеканал «Орленок ТВ».